что я недавно приехал в Париж, осваивал архитектурные виды. Вот. Прочитаю три стихотворения. Сонет. Все мерзостно, что вижу я вокруг, мой милый друг, уже и ты далече. Иссякла вера, ночь, сгорели свечи. Иду во тьме на еле слышный звук. Покой и воля обратились в прах. Из праха ночь кувшин с вином свояла, и творчество, и чудотворство мало. Прошли и лето, и любовь, и страх. Осталась осень, шум листвы, туман. Вой ураган, сознание рви на части. Лей ливень, жуй батончики шаман. Влюбленным меду, водки палачам. Нам выпало по полчаса на счастье. И век деревьям снится по ночам. Второй стихотворение, это романс. Ни ласка гетеры, ни слава в народе, ни полный кувшин, ни волны изумруд тебя не влекут, когда вера проходит, когда соловьи в твоем сердце умрут, когда, обнимая поляну за плечи, ты вдруг понимаешь, что детство прошло, и не за что больше, и не с кем, и нечем, и не тяжело, лишь когда тяжело, и хочется стать, как дорога, как сено, с себя дар сознания сорвать и бежать. И только волшебная сила беседы способна тебя в пустоте удержать. Третье стихотворение новое, написано в этом году, называется «Борщ». На злобу дня. Ночью не сплю, предал покой, Данте бормочу целыми абзацами. Кто-то залез грязной рукой в борщ человеческой цивилизации. Не укропом заправил пальчиками дамскими, всей пятерней залез, черти где побывавший. Прокис. Чай не информационная каша. Будем теперь все эразмами роттердамскими. Развалимся в креслах-качалках, считая овец, страницы переворачивая, кто это, тот не мураками. В ночь перед Новым годом, в только остывший стервец, в самую свекольную гущу, грязными, понимаешь, руками. Все забродило теперь, запузырилось, запенилось, даже кастрюльный хром одолели вирусы. Капуста тоже заквасилась, и ребеница, я говорю, теперь морковь, накось выкуси. Пакеты лежат на полу, утро. Вот так здрасте. Как подойдешь, запах груш, оптимизм, гран-вести. А если поднимешь одну, ничего, как пластик. Взять на заметку бы, может, прорвемся вместе? Спасибо.